По ржаной закваске. Значит, как она выглядит на пике? Закваска рыхлая, то есть она должна быть рыхлой по всей поверхности. Сверху у нее шапочка ровная. Когда она растет, у нее шапочка тоже, знаете, такая выпуклая. А когда она уже созревшая, шапочка у нее выравнивается. И могут появляться такие же дырочки. Вот кто с марафона, тот помнит, уже на готовом хлебе я показывала такие дырочки. Не на готовом хлебе, на расстоявшемся хлебе и на выброженном тесте появляются такие дырочки. Вот. Мы их называем кратерами.